График работы городского транспорта в выходные дни изменится. 1 января на свои маршруты до 12 часов дня выйдут около 50 единиц троллейбусов. После 12 их количество увеличится. По такой же схеме в первый день Нового года будут работать муниципальные автобусы. Частных автобусов и маршруток будет примерно в половину меньше, чем в обычный будний день. Все остальные праздничные дни, вплоть до 8 января, транспорт будет работать в режиме выходного дня. То есть троллейбусов, автобусов и маршруток будет около 70% от общего количества городского общественного транспорта. Кроме того, в новогоднюю ночь, не покладая руля, в Иванове обещают работать маршрутные и легковые такси.